Здравствуйте, в эфире канала России, итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе двусторонней встречи с первым заместителем председателя правительства республики Хызыром Чикуевым обсудили вопросы, связанные с формированием профессионального футбольного клуба «Нарт-Черкесск». Было отмечено, что сегодня формируется кадровый состав руководящего и тренерского штабов, а также вся необходимая документация для подачи заявки в Российский футбольный союз. Кроме того, вице-премьер доложил о ходе уборочной кампании в растениеводческих хозяйствах республики. В целом, аграриями намолочено свыше 250 тысяч тонн зерна, из них большинство составляет кукуруза. Собранный урожай на сегодняшний день состоит также из 90 тысяч тонн сахарной свеклы, 21 тысячи тонн картофеля. На полях продолжается и сев озимых зерновых – ячменя, пшеницы и рапса. Очередной груз гуманитарной помощи отправили из Карачаева-Черкесии нашим военнослужащим, находящихся в зоне специальной военной операции. Подготовленный для перевозки транспорт, загружены вещи первой необходимости, такие как одежда, спальные мешки, теплая зимняя обувь и медикаменты. Подробности у Алихана Лепшокова. С самого раннего утра в станице Сторожевой идет погрузка очередной гуманитарной помощи, которая будет отправлена военнослужащим в зону специальной военной операции. На каждую коробку клеят рисунок с изображением российского солдата на фоне гор, яркого неба и солнца. Автор работы – школьник из Урупского района. Наклейка будет напоминать военнослужащим об их родном доме. Хочется, чтобы эти рисунки дошли до солдат наших, мы их размножили. И хочется, чтобы на... Как говорится, коробки, которая станет опорой этому рисунку, они смогли вырезать и оставить себе. И там, где они будут жить, рисунок будет им напоминать о доме, о том, что их помнят, верят в них и ждут их дома. И что именно дети – поколение то, за которое они сейчас и выполняют свою работу. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Эркенов подчеркнул, что по поручению главы республики ведется активная работа по дополнительному оснащению наших военнослужащих необходимыми вещами и что уже это не первый груз гуманитарной помощи, который будет отправлен участникам спецоперации. Мы изначально построили свою работу на обратной связи от тех, кто участвует в специальной военной операции. То есть какие дополнительные потребности возникают у наших ребят на ВСВО, помимо того, что, безусловно, выдает Министерство обороны. Обратную связь мы получаем. Вот сегодня очередной груз мы направляем. Здесь в первую очередь, конечно, теплые вещи. Вещи первой необходимости – это и газовые баллончики. Здесь у нас большое количество спальных мешков, более 400. Теплая обувь, тактическая, зимняя, мы ее закупили тоже больше 400 единиц. Также сформированы дополнительные индивидуальные наборы, куда входят рюкзаки, термобелье и балаклавы. В гуманитарном грузе есть и медикаменты. По словам Рустама Эркенова, все эти вещи будут доставлены и вручены нашим ребятам. В свою очередь, военнослужащие выразили благодарность руководству региона за оказанную гуманитарную помощь и поддержку. От лица командования огромную благодарность Тимирезову Рашиду Бориспевичу за огромную помощь, которую он нам оказывает в плане предоставления техники. Ну, то есть данный человек предоставляет и помогает нам всем, начиная от медикаментов нашим военнослужащим, нашим землякам, которые здесь служат у нас, находятся на СВО, и заканчивая вещевым имуществом. То есть все, что нам необходимо, у нас налажено взаимодействие с администрацией. Администрация входит в контакт, максимально помогает, очень хорошо помогают. Как отмечает исполняющий обязанности министра промышленности республики Рустам Эркенов, данная работа ведется с партией «Единая Россия», с Общероссийским народным фронтом и с движением «Мы вместе». Они всегда активно оказывают свою поддержку в подготовке гуманитарной помощи. Алихан Ипшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. На этой неделе состоялось очередное 42-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Социально значимые проекты стали важной частью в принятии поправок. Альбина Ламкова расскажет подробнее.
На заседании парламентариями было рассмотрено 22 вопроса. Одним из социально важных на повестке дня стала реализация проекта закона о внесении изменений использования регионального материнского капитала. Распоряжение будет реализовано путем упрощения процедуры по использованию услуги. При этих поправках, которые внес наш коллега Муса Хабалиевич Экзеков, снимаются сроки, во-первых. Во-вторых, расширяется перечень, упрощается. Можно теперь использовать для проведения газа в жилые только помещения, чтобы правильно поняли, для оказания платных медицинских услуг и так далее. Еще на заседании народными депутатами был принят закон о внесении изменений о правах пациентов республики. Хасан Хубиев отметил безусловную социальную значимость в рассмотрении и реализации предлагаемых им поправок, при этом сказав, что важно, когда родитель занят только здоровьем своего ребенка, не тратя свои силы на бытовые проблемы. 1 января 2023 года при госпитализации ребенка в стационаре предусматривать спальное место для одного из родителей ребенка и питание, или любого из членов семьи, или законного представителя ребенка. Были предложены на заседании изменения закона о налоговых льготах. В этом вопросе основная разработка документов была продиктована поддержанием организаций и предприятий, пострадавших в нынешних условиях. Первое у нас было предоставление освобождения от уплаты льгот поставляющих организаций, которые создают свое оборудование новое, начиная с 1 января, ставят его на учет. И это оборудование участвует в догазификации. Представленные организации будут освобождены до 2025 года от уплаты налога. Компании, осуществляющие свою деятельность в телекоммуникациях, тоже к ним относятся. Также Вадим Камышан отметил, что республиканский бюджет с увеличением доходов и расходов уже сформирован. И на 70% он социально ориентирован. В нем предусмотрена индексация заработной платы и поддержание ее уровня у отдельных категорий работников в бюджетной сфере. Средняя сумма оплаты на будущий год будет составлять 25 тысяч рублей. У нас предусмотрена индексация медикаментов, стоимости медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг бюджетными организациями на 9%. А также у нас будут созданы резервы в части реализации мероприятий по поддержке экономики в настоящих условиях. На заседании рассмотрели вопросы о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим. Закрепили за ними определенный перечень льгот. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня день юриста. О том, каковы основные направления деятельности правовой работы в войсках Национальной гвардии, какие первоочередные задачи стоят и какова надежность оказываемых вневедомственной охраной услуг, сегодня нашему корреспонденту Белле Джазаевой расскажет старший юрисконсульт Росгвардии Марьяна Аркенова. Добрый день, Марьяна. Сегодня день юриста, с чем я вас поздравляю, с вашим профессиональным праздником. И хочу у вас спросить, как вы пришли в правовое подразделение Росгвардии? Вообще в органах внутренних дел я с 2004 года. В правовом подразделении прохожу службу с 2012 года. Работа юриста очень разносторонняя. Это работа как раз для тех людей, которые не любят монотонную работу, которые не любят изо дня в день выполнять определенные какие-то действия, одни и те же. Ну, работа очень интересная, разносторонняя. Поэтому я к этому шла, к этому стремилась. Поэтому я туда и попала. Каковы основные направления вашей деятельности? Основными направлениями нашей деятельности является организационно-правовое обеспечение, правовой контроль, нормотворческая деятельность, судебно-исковая работа и информационно-правовое обеспечение. В чем это все заключается? Мы проводим правовую экспертизу всех издаваемых правовых актов в нашем подразделении. И перед представлением на подпись нашему начальнику, полковнику полиции Савенко Андрею Александровичу, все эти документы мы тщательно исследуем, проверяем на предмет соответствия законодательству, нормативно-правовым актам Российской Федерации, нормативно-правовым актам Росгвардии, и только после согласования с нами все документы подписывает начальник. Ну и, конечно, хочется спросить об основных задачах ваших.
Одной из наших задач является оказание практической и методической помощи нашим подразделениям при разработке договоров на охрану имущества. Также в заключении этих договоров мы тщательно проверяем все правоустанавливающие документы, действительно ли заказчик является собственником данного имущества. Вот. Проводим тоже правовую экспертизу и подписываем обеими сторонами договоры. Марьяна, скажите, какова надежность оказываемых вами услуг? Договором предусмотрены обязательства. Заказчик в определенные сроки должен оплачивать за охранные услуги. Зачастую бывает, что в силу каких-то обстоятельств или занятости не своевременно оплачивает заказчик. В таких случаях мы проводим досудебную работу. То есть сначала пытаемся решить этот вопрос в телефонном режиме. То есть зачастую выявляется, что человек просто забыл вовремя оплатить. Вот. В противном случае направляется в адрес заказчика претензию, отправляем с указанием сроков. Если по истечении срока денежные средства не поступают на наш расчетный счет, и тогда мы уже обращаемся либо в арбитражный суд, либо в суды общей юрисдикции с исковым заявлением о взыскании задолженности за оказанные услуги. И хочется отметить, что со дня образования Росгвардии, а Росгвардия образовалась 1 октября 2016 года, вынесенных не в нашу пользу судебных решений не было. Вот. А в отчетный период бывало у нас такое, что 76 исковых заявлений было направлено нашим отделением договорно-правовой работы, и все они всегда были вынесены в нашу пользу. И хочется отметить, что со дня образования Росгвардии краж допущено не было сохраняемых объектов и квартир. Это очень хороший показатель, это показывает хорошую подготовку и физическую, и хорошую подготовку наших сотрудников. Как можно сейчас людям, молодым людям, к вам трудоустроиться? При назначении сотрудники проходят стажировку у нас. И после стажировки каждый сотрудник проходит, направляется на первоначальное обучение. Они там проходят тактико-специальную подготовку, правовую подготовку, политическую подготовку. Также их обучают боевым приемам борьбы. Поэтому благодаря умелым действиям и грамотным действиям наших сотрудников, сотрудники внешней охраны обеспечивают стопроцентную надежность охраны имущества объектов физических и юридических лиц. Ну и хотелось бы услышать ваши пожелания коллегам. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником, желаю успехов в трудовой деятельности, огромной выдержки, нескончаемой энергии, достатка и благополучия в семье. Я благодарю вас за интервью и еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Успехов вам в работе. Спасибо. В канун Международного дня инвалидов в Черкесске торжественно открылся Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новое учреждение образования было создано на базе Республиканской школы-интерната имени Латоковой с началом нынешнего учебного года. И вот теперь центр в праздничной обстановке открыл двери для почетных гостей. Заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Дмитрий Бугаев и министр образования и науки Инна Кравченко вручили педагогам, учащимся и их родителям почетные грамоты и подарки. Дети, в свою очередь, продемонстрировали взрослым, насколько безграничны их таланты. Сейчас реклама, после продолжим. «5-8-5 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 5-8-5 золотой». Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года также со скидкой. Без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск с 1 по 5 декабря. В Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок.
Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача защиты Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семье мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. В свете событий, происходящих в стране, многие граждане стали бояться экономической нестабильности, а среди молодых семей стали распространяться опасения, что сертификаты на материнский капитал могут быть аннулированы. Поэтому некоторые родители стали искать пути обналичивания средств, выделенных государством на поддержку детей, причем не всегда законных, рискуя стать жертвами мошенников. Обоснованы ли опасения молодых мам, на какие цели можно направить средства материнского капитала? На этот и другие вопросы ответила руководитель агентства недвижимости «Гарант» Алла Качкарова. С ней встретилась Мадина Каракетова. Доброе утро, Алла. В связи со сложившейся на сегодняшний день геополитической ситуацией, многие россияне опасаются возможной экономической нестабильности в стране. Те, у кого есть какие-то накопления, какие-то сбережения, стараются их как-то реализовать, в основном покупают земельные участки, вкладывают в недвижимость. Обеспокоены и молодые семьи, и в частности их интересует вопрос, можно ли средства материнского капитала использовать для приобретения жилья или при получении, при оформлении ипотечного кредитования. И если да, вот второй момент, скажите, как должна проходить эта процедура? Здравствуйте, Медина. Можно, но все действия с материнским капиталом должны быть выполнены строго в соответствии с действующим законодательством за номером 256. Если ребенку исполнилось 3 года, то семья имеет право направить средства материнского капитала напрямую на счет продавца. Если ребенку не исполнилось 3 лет, то использование материнского капитала возможно только с привлечением заемных средств, ипотечных средств точнее. К примеру, если семья покупает недвижимость в ипотеку, то средства материнского капитала можно направить как на первоначальный взнос при ипотеке, так и на погашение основного долга. Также для граждан, которые являются не банковскими клиентами, существуют кредитно-потребительские кооперативы, которые также осуществляют деятельность по выдаче таких же ипотечных займов, где использовать можно материнский капитал тоже на погашение основного долга и уплату процентов. Хочу также отметить, что материнский капитал использовать можно не только на улучшение жилищных условий, также его можно направить на накопительную часть пенсии матери, на образование детей и на социальную адаптацию в обществе детей-инвалидов. А можно ли реализовать жилье, приобретенное с использованием материнского капитала? И если да, то закон каким-то образом защищает права и интересы несовершеннолетних детей, проживающих в этой семье? Да, можно. Закон защищает интересы несовершеннолетних детей. Обязательным условием при использовании материнского капитала является выделение долей детям и супругу. То есть, если мамочка приобрела недвижимость и оформила ее изначально на себя, то в течение полугода она обязана выделить с этой же недвижимости долю детям и своему супругу. И только после этого она имеет право продавать квартиру. Хочу также подчеркнуть, что для того, чтобы продать недвижимость, где есть доля несовершеннолетних детей, обязательно нужно взять согласие с органов опеки и попечительства. Для того, чтобы взять согласие с органов опеки и попечительства, нужно этим детям выделить доли в другой недвижимости, где доли в праве общей долевой собственности должны быть равны либо больше долей, чем в продаваемой недвижимости. Через какое время уже можно будет отчуждать эту недвижимость? И есть ли какие-то важные нюансы, на которые при этом следует обратить внимание? Минимальный срок владения такой недвижимостью составляет 5 лет. Если семья все-таки решила реализовать такую недвижимость, которая владеет менее 5 лет, то в налоговые органы обязательно нужно предоставить декларацию в следующем году до апреля месяца во избежание штрафов. Также хочу отметить, что если сумма сделки составляет до 1 миллиона, и эта семья не продавала в этом текущем календарном году никакой недвижимости, то налогом облагаться такая сделка не будет.
так как 1 миллион является понижающим коэффициентом для любого человека в одном календарном году. А если больше, то свыше 1 миллиона облагается 13% налогом. А у вас субсидии ведь предусмотрены не только на первого и второго ребенка, а также на третьего и последующих детей. Скажите, какие семьи имеют право на получение этой меры государственной поддержки? И вытекающий отсюда же вопрос, и можно ли эти средства тоже использовать на приобретение жилья, в частности, на как первоначальный взнос на ипотеку? Вот тоже вот вопрос поступал от наших телезрителей. Использовать господдержку от государства в размере 450 тысяч имеют право семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. И использовать господдержку на уплату первоначального взноса при ипотеке невозможно. Это целевая программа, которая назначена только для погашения действующей ипотеки. То есть на другие цели тоже нельзя использовать? Нет. На образование, ни на лечение тоже нельзя? Нет, это идет только либо на погашение ипотеки, либо на строительство, тоже с привлечением только ипотечных средств. Следующий вопрос, возможно, он не по адресу, но все же я думаю, что вы в курсе. Сейчас в народе среди мамочек, скажем так, бытует опасение, что средства материнского капитала могут быть заморожены, а уже выданные сертификаты вообще аннулированы. Скажите, имеют ли такие опасения под собой какие-то основания? Знаете, честно говоря, я считаю абсолютно неоправданными такие опасения, поскольку поправки уже приняты, материнский капитал продлили до 31 декабря 2026 года, и закон обратной силы не имеет. Даже более того, хочу отметить, что в следующем году ожидается индексация материнского капитала. На первого ребенка она составит 590 тысяч рублей, на второго ребенка почти 780 тысяч рублей. Что ж, Алла, большое вам спасибо за уделенное время и за такой обстоятельный рассказ. До встречи. В региональной столице для обеспечения безопасности передвижения по улицам города установлено дополнительное освещение, пешеходное ограждение, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированы тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. А насколько долго прослужат отремонтированные дороги, выяснил наш корреспондент Артур Мхце. Этот участок автомобильной дороги по улице Панфилова в Черкесске был сдан в эксплуатацию к началу осени текущего года. Строители оперативно и качественно выполнили весь запланированный объем работ. Прошло всего 2 месяца, и сюда впору снова отправлять ремонтников. Благодаря стараниям кого-то из местных жителей, проезжая часть обзавелась собственной траншеей. Даже немного обидно за автомобилистов, которые могут повредить транспорт на, казалось бы, отремонтированной по национальному проекту дороги. И это, увы, далеко не единичный случай в региональной столице, когда созданное для людей ими же и ломается. 2 года назад, после нескольких испорченных подобным образом обновленных дорог, депутаты городской думы обращались к республиканским коллегам с предложением ужесточить ответственность за самовольно разрытые участки. Были установлены параметры штрафов. Осталось, видимо, определить, кто именно будет контролировать и наказывать нарушителей. Ведь даже когда инициаторы порчи пытаются залатать дыры, делают это так, что через считанные месяцы ремонтировать придется по новой. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. Контролировать состояние отремонтированных дорог обязаны подрядные организации, поэтому в их собственных интересах находить тех, кто портит то, во что вложены немалые деньги и усилия. А объемы выполняемых ежегодно работ действительно впечатляют. Помимо обеспечения безопасного передвижения по улицам Черкесска за счет установки дополнительного освещения, пешеходных ограждений, замены светофорных объектов, в рамках национального проекта только в 2022 отремонтированы 28 участков дорог общей протяженностью более 13 километров. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорог. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. По словам представителя городского управления жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно при формировании адресного перечня дорог для реализации национальной программы учитываются пожелания граждан, а также необходимость организации логистики через социально значимые учреждения. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. В
Центральном парке и в сквере на проспекте Ленина высадили в общей сложности около полусотни деревьев. Участие в работах по озеленению парковых зон приняли представители мэрии Черкесска и воспитанники 5-й городской гимназии. Планируется, что уже ближайшей весной эти сливы, вишня, черемуха, яблони нескольких пород будут радовать своим цветением жителей и гостей региональной столицы. В первую очередь это красота. В городе должно быть красиво, чтобы люди ходили, любовались. Ну и вообще это природа. Надо за ней ухаживать. Важно ли, в какое время года сажать эти деревья? Важно, конечно. Есть определенный период, когда можно сажать деревья. Но по мнению специалистов, которые этим занимаются, дендрологи, они говорят, что сейчас очень хорошее время для посадки. И как раз эти деревья во всей красе мы уже увидим будущей весной. А самым чистым населенным пунктом Карачаева-Черкесии признан поселок Медногорске. Такое необычное экологическое соревнование, в котором приняли участие 11 городов и сел республики, прошло в рамках столетия региона. На втором месте село Важное, третье разделили Старокувинск и Малый Зеленчук. При определении победителей учитывали общее благоустройство населенного пункта, мест массового отдыха, озеленение, количество объектов размещения отходов и проведенных эколого-просветительских мероприятий. Мы разные, но равные. Подведены итоги 12-го межрегионального профессионального конкурса учителей родных языков и литературы, который прошел в Карачаевске. Олимпиада педагогического мастерства организована Министерством образования и науки Карачаева-Черкесии и КЧГУ имени Умара Алиева. Ахмат Халкечев продолжит. Наш регион принимает этот конкурс уже во второй раз. Старейший вуз республики в своих стенах собрал сильнейших учителей не только со всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, но и из республики Адыгея. В качестве главной площадки межрегионального конкурса Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева выбран не случайно. Здесь готовят педагогов практически по всем школьным дисциплинам, в том числе и по родным языкам всех субъектообразующих народов нашего региона. Я считаю, что это мероприятие особенно актуально. У нас многонациональная республика. Все наши дети, все мы должны знать свой родной язык, изучать его, пополнять свои знания. И, конечно, знание языка – это возможность помнить историю своего народа, культуру, традиции, опыт. Поэтому знание языка является обязательным условием сегодня для того, чтобы человек был современен, интеллектуален и продвигался дальше. Цель традиционного мероприятия – создание межрегиональной модели системы преподавания родных языков и литературы путем обобщения инновационного опыта лучших в профессии. Для повышения профессионального мастерства и социального статуса учителей родных языков и литературы подобные состязания крайне важны и необходимы, отмечают организаторы. Сегодня вообще профессия учителя нуждается в стимулировании, мотивации молодых наших, прежде всего студентов, учеников школ, для того, чтобы они захотели пойти в профессию учителя. А еще больше дефицит учителей родных языков, родных литератур. И я думаю, что такими мероприятиями мы делаем, вносим большой вклад в мотивацию, раннюю мотивацию наших студентов, молодых наших учителей, для того, чтобы они выбирали эту профессию, для того, чтобы они оставались в этой замечательной, самой благородной профессии в мире. Победителем конкурса стал Эдик Баганчиев из Чеченской Республики. Дипломом второй степени награждена Анжела Мугу из Адыгеи. И замыкает тройку лидеров конкурса Марина Гуляжинова из Кабардино-Балкарии. Также конкурсанты были отмечены в номинациях «Педагогический дебют», «Учитель-исследователь», «Хранитель родной речи», «Учитель-мастер», «Учитель-новатор» и «Хранитель кавказских традиций», лауреатом в которой стал представитель нашей республики Ренат Байчоров. Ахмат Халкечев, Вести Карачаево-Черкесия. Народный артист Карачаева-Черкесии, главный балетмейстер государственного ансамбля «Эльбрус» Чора Узденов отметил 60-летний юбилей. Чествование артиста проходило в Доме культуры республиканской столицы. Поздравить юбиляра, отдавшего всю свою жизнь искусству, пришли известные артисты и деятели культуры, представители органов власти, общественные деятели и многочисленные поклонники творчества артиста. Подробности далее. Открыл праздничный вечер государственный ансамбль танца «Эльбрус», уже давно ставший визитной карточкой Карачаева-Черкесии. Традиционная чаша айрана встретили юбиляра артисты.
вечер, больше напоминающий теплую встречу старых друзей, сопровождался множеством импровизаций, шуток и приятных сюрпризов для виновника торжества. Музыкальные подарки презентовали известные исполнители популярных народных песен Карачаева-Черкесии. Выступившие на юбилейном вечере говорили о том, что искусство живет и развивается благодаря таким людям, как Чораус Денов. Отметили его значительный вклад в сохранение и развитие культуры, эстетическое и нравственное воспитание молодежи. Человек он золотой, так скажу, наш друг, брат, мы долго дружим. Я еще танцевал, он тоже начинал танцевать. И был хороший трюкач в ансамбле «Эльбрус». Потом со временем начал преподавать, учить детей. Отзывчивый, добрый человек. Мы его любим, уважаем. Мы с Чорасом Исмаиловичем знакомы уже давно. И я считаю, что это один из творческих людей. Человек очень способный, человек очень талантливый, вот, знающий свое дело. Вот, я думаю, что с тех пор, как работает он в ансамбле «Эльбрус», я думаю, что коллектив не потерял, а приобрел. Наоборот, приобрел творческую личность, способного человека содержать, держать, руководить таким коллективом, как «Эльбрус». Каждое выступление коллектива «Эльбрус» насыщено невероятной энергией его балетмейстера Чоры Узденова, отдавшего искусству танца десятки лет. А еще госансамбль «Эльбрус» имеет младшего брата, детский ансамбль «Корча». И здесь главным балетмейстером и заботливым педагогом работает полный творческих сил Чора Исмаилович. Его приход предопределил всю дальнейшую судьбу детского коллектива. Чора Узденов ведет активную работу по воспитанию детей и молодежи, считая очень важным сохранять старинные национальные традиции, в том числе традиции танца, и передавать эти знания будущим поколениям. У меня есть мечта, чтобы детский мой ансамбль «Корча» стал уже отдельным государственным ансамблем, свой транспорт, свой балетный зал, свои раздевалки, гримерные. И, конечно, мечта, чтобы государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус», чтобы мы добились, чтобы он стал академическим ансамблем. Завершился юбилейный вечер одним из красивейших горских танцев «Абезек», показывающий в том числе то, что у Чоры Узденова есть свой особенный творческий хореографический почерк. Мурат Чинкёзов, Ольга Савенко, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. «5.85 золотой» – лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 5.85 золотой. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года также со скидкой. Без первого взноса и переплат от Снежки. Черкесск с 1 по 5 декабря в Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок.